просят как человек. Ну, это Тусефер. Как бы, с моей стороны, как бы я... Сергей, все, Сережа, пожалуйста. Более, как бы, я немножко старше их, немножко, как бы, больше... Ты, ну, надеюсь, это не снимаешь ничего? Но я считаю, это одни из лучших соревнований. А? Разбитые сектора очень прекрасно, все, никто никому ничего не мешает. Никто никому ничего не должен. Да, никто никому ничего не должен. Ну, я вам скажу, администрация отработала на 180%. Это я уже много раз говорил, спасибо инициативной группе, Саше Юкилису. Я не успел. Да, Андрей там ездил. Да, там, ну, много-много-много. Ты попал под раздачу. Которые реально потратили свое время и помогли нам выбрать для вас самое лучшее, что они считали возможным. И я считаю, как бы, что рыбалка стала более предсказуемой. Как бы вода немного отошла на прикорм, на второй, на третий день, она, как бы, рыба начала появляться, и, как бы, хорошие выходы рыбы, и, как подожди, бы, подожди, только второй день еще, подожди. Меньше, больше. Подожди. Еще пока не спешим. Хорошо. Вам еще, как бы, чуденек раскочегарить этот сектор, и дальше уже, как румыны, взять первое место, что там? Да, да. Надо покрупнее что-то, укрупниться только осталось. Смотри, вначале подходят разведчики, мелкая рыба, она, как бы, а большие стоят со стороны, наблюдают. Слышь, Андрей, то, что вначале там, может быть, срежу, то моя жена... как я срежу здесь? Прямая трансляция. Я могу срезать после того, как я буду на YouTube загружать. Да. Это уже другое. Ну хорошо, у моей жены не привыкать вообще. Жене не надо, любовница тоже не показывает. Ну, да, неприятно, конечно. Не-не, ну нет проблем. Я вчера он тоже резал судейские съемки. Ну не резал, запикивал. Андрюш, пожалуйста. Он тебе повесит черный прямоугольничек вот так вот. Оно будет там такое пи. Сережа, ну один раз сказал все, он тебе сказал все сделать. Че ты? Все, что в моих силах, я естественно сделаю. Я расскажи... считаю, погода отличная, все отлично. Да, команда в этом году повезло. Да. Команда. А может не повезло? Сформировалась. Я очень. Андрей, пока непонятно, я тяжело очень сказать. А хорошо погода... вспоминаю тех людей, которые научили меня карфишингу. Это Макаров Олег, вы помните его, вы начинали с ним вместе, это самое, карфишинг, это самое. Это Мильча Киров. Ага, тоже помню. Да, да, я с ним начинал, я брал с ним когда-то второе место, это было очень прекрасное время. Из этого я все и поехал. Сейчас у меня внук подрастает, я считаю, что он будет... Я думаю, неоднократным чемпионом Израиля. Моего бандита ты знаешь тоже. И он еще поедет. Прекрасно. Я думаю, что у карфишинга будущее есть будущее и все остальное прочее. Я считаю, что это все прекрасно. То, что как люди все это делают, это очень все это прекрасно. Много молодежи. Радует, что новые лица каждый год. Вы знаете, я честно скажу, я любой галилейский карп, детский там... Любой тархарут, я считаю, как бы, это как праздник. Вы знаете, не так много праздников в этой жизни, много работаем, то все. А вот это праздник. А галилейский карп, это 4 длинный праздник. Умножить на праздник. Я вам скажу, это прелесть очень большая. С первого вечера и по последней. Не обращай внимания. Это не только ценный мех. Да. Не, ну так смотри, соревнования. Многие приезжают даже просто, что называется, увидеть знакомые морды, которые, может быть, год не видел. Мы, честно я вам скажу, мы, в принципе, у нас был год, я не знаю, я капитан, не капитан, ну, как бы, мы здесь все три капитана, и, как бы, вместе, как бы, и всегда у нас получилось так. Женя сломал ногу буквально за неделю до соревнований. И мы американца ждали. Ну, у нас получилась вот такая сборная команда. Ну, мы вместе участвовали неоднократно, и нас было, в общем-то, всегда неплохо. Я считаю, что все удалось, как бы, нормально все. Жизнь удалась, короче. Жизнь удалась, да. Единственное, что экшен не хватает. Ну, ты что, только что побегал, чего не хватает? Не такого. Когда стоят ряд команды, видишь, у кого поклевка, адреналин, вот этого, азарт. Называется, ходите на кубок, хотя там тоже уже начались влияния. Во-первых, я считаю как? Как бы, я считаю, что люди, которые свое время затратили,
они ездили, маркировались, смотрели там, как лучше расположить людей. Я считаю, что они очень сделали очень большую работу. И я благодарен этим людям и администрации карфишинга. Они смогли сделать. Здесь не может быть всегда все хорошо. Чтобы сектор был такой на 100%, ну не может такого быть. Здесь как оно есть, есть. Это Кенерет. Это незарыбленные водоемы 20 на 20. И все остальное прочее. Здесь надо просто показать свой профессионализм, какой-то рыбак, как ты относишься к этому всему. Вот и все. И главное, что я считаю, что надо привлекать молодежь и все остальное прочее. Все наладится у нас. Привлекаем. Проблема в том, что наша молодежь уже на русском почти не разговаривает, поэтому ну, да. нам надо перестраивать Андрей, на иврит, а это очень сложно. Андрей, я хотел бы тебя... Я сейчас немножко... Это ничего плохого нет. Это самое... Я хотел бы это самое, чтобы начали потихоньку организовывать сборную Израиля по молодежи. Хотя бы для чемпионата мира или все остальное. Я хочу своего внука, он, я думаю, до определенного уровня он может дойти и все остальное прочее. Я ему уже и оснастки купил, и Сережа, палки для этого купил. Надо для начала организовывать соревнования именно юношеские. Да, 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 да. Я не против. А молодежь сегодня, а кроме телефона, ничего не хочет. Мелкий. Причем тут телефон? Я считаю, что это надо делать, это надо, к этому людей надо привлекать, это очень интересно. Мой внук с удовольствием, он мне две кобры сломал, ну, какая разница, деньги не важны. Я ему не вспоминаю это. Но уже третье соревнование. Я ему сейчас хорошее удилище заказал и все остальное прочее. Но я считаю, когда проводятся детские соревнования, я считаю, что папа с мамой должны просто так немножко рядом стоять. А именно их дети должны именно показать свой уровень. Это как бы мое мнение. Как бы я так считаю. Мнение твое правильно. Разница только в том, что у нас в детских соревнованиях очень широкая возрастная рамка. У нас от 5 до 14 лет. Ребенок 6-летний не может показать свои знания. Ну понятно. Я все прекрасно понимаю. Я все. Я говорю, ну как, все в пределах как бы разумного. Я не говорю, как бы то все. Ты вспомни детские соревнования, точнее такие же папа-мама, ну это было не папа-мама-я, это был мама-я или папа-я, Йокна. Так там, так и да, было первое правило, что удочка в руках у ребенка. Рыбу вываживает ребенок. И это исполнял я все, и там 6-летний. Я старался, на последних детских соревнованиях, я старался, у меня все мои 4 карпика небольших, и мой внук, он вытащил все сам. Я не скажу, что он закидывал все, но он старался как бы. Ну, сейчас я под его вес, под его рост, я ему сейчас уже купил там что-то, там Спортекс наш. Они молодцы, ребята, вот такие вот. Андрюхи, привет. Не, он молодец. Вы вот пора надо как-то это. Да, это Сережа давайте, не сам, потому что так меня погнали, уже сказали, что так, нам кормить. Правильно. А тебе домой. А вообще у них как там? Ну, при мне с вами как-то тепло, у них тепло там. Что у них там? Нет, при мне взяли сама. Ну, я считаю, что надо как бы немножко детский такой этот самый как бы... Продвигать, здесь конечно, там, да. Может быть, не один раз делать соревнования, а может, 2 или 3 раза. Может быть, даже и когда... Я понимаю, это все деньги, все остальное прочее. Если бы мне платили зарплату именно здесь, я бы организовал соревнования каждый месяц. Без проблем. Я бы тебе с удовольствием сам платил бы свою зарплату. Ну, ты знаешь, в чем проблема? О том, что мне приходится работать и кормить семью, а не возможно. Да, я понимаю все это. Здесь как такового... Я понимаю, что бюджет у нас... Не такой высокий, все остальное прочее, я понимаю. Может быть, все... когда-нибудь появится какой-нибудь спонсор. Ну, вообще бы я хотел бы, я не знаю, я хотел бы, чтобы организовали молодежную сборную, чтобы, ну, именно молодежная сборная, чтобы была. Чтобы они вместе... Я бы хотел, чтобы была бы сборная женская. Да. Я бы хотел, чтобы была сборная, то, что называется, параолимпийская, то есть для лиц с ограниченными возможностями. Таких тоже есть достаточно. Да, 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 да. С инвалидом. Это я хотел бы, но ты понимаешь, наша страна... Я понимаю все. Мы не можем со своего кармана все это, как говорится, обеспечить. Я понимаю, а Медина денег не дает особо на это дело. А нашу страну это не интересует. Безопасность. Ну, это понятно. Так что у нас есть на что тратить деньги страны, и как раз не на нас, это уж так.
Если они не могут нормально платить даже таким видом спорта, как футбол, баскетбол, там тэквондо и так далее, ну что уже говорить про наш спорт, который для них-то и спортом не является, потому что он не массовый. Ведь массовый спорт – это чтобы было у тебя как минимум 25 тысяч участников. Это массовый спорт. А если у тебя, извиняюсь, 100 человек, это не массовый спорт. Это так, ну, это развлечение для богатых. Поэтому пока мы тянем. Дальше будем смотреть. Ну, я хотел бы, чтобы как бы молодежь надо привлекать и стараться за счет их пап, мам и выходить более дальше. Я так считаю. Я за двумя руками за. Потому что кто знамя поднимет нашу группу? Кто? Пенсионеры, как мы? Нет, я думаю, что да. Так что молодежь, которая смотрит этот стрим, если она смотрит и посмотрит потом, записываемся дружными рядами. Да, клубы Срафиш. Ну, он куратора уже нашли. Спасибо. Ну, это я как мог сказать, я сказал, ну, то все, ну, извините. Все нормально. Флешман, посмотришь потом записи. Мы заканчиваем, потому что людям надо кормиться. Ну, как бы я, как всегда, начал идти не вовремя. Нормально, все нормально. Все, всем спасибо. Нам тоже иногда нужен перерыв. Да, всем нужен перерыв.